Так, ребята, всем привет, с вами канал 24. Сегодня я без руля, но это не... Но это ладно. Сегодня я хочу вам рассказать, есть такой очень интересный мод. Мы просто вот чисто как посмотрим его, почему бы и нет. Вот, и соответственно, уже будет на ваше усмотрение. Короче, есть такой интересный мод, который называется Mexicanos Well Pack. Мод добавляет новые колеса для грузовиков, имеет качество модели текстуры. 10 дисков на передние колеса грузовых автомобилей, 10 дисков для задних колес грузовых автомобилей. Все для колес и плюс, конечно, резина. Все это мы посмотрим сейчас, и вдруг вы потом в дальнейшем себе сделайте красавца, почему бы нет. Тем более я тоже себе очень интересно. Вот. Видно, что вчерашний вам такое ожидание, да, для 1.46, что хотим увидеть в 1.46. Очень сильно понравилось. Очень сильно понравилось. Это для меня, честно скажу, для меня это очень качественно и интересно было. Спасибо, конечно, за подписку. Очень приятно, что подписываетесь на канал. Будем примерно такие ролики, почему тоже тогда и не делать. Мы на примере сейчас посмотрим этот данный мод, который на Скане, моей любимой Эрке. Давайте посмотрим, как она вообще это представляет. В принципе, в целом должна она, этот данный мод, устанавливаться на каждый грузовик. Не знаю из модов как, это очень сложно. Но из дефолтных, я думаю, что да, вот он. Как раз, раз, два, три, четыре, пять. Подождите. Два, четыре, шесть. 8. Подождите, а что 8-то? Так, 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, 10, 10, все правильно. 10, пожалуйста. Смотрим, какие у нас они вообще, как это будет выглядеть. Знаете, это в стиле что-то американского, да, то есть ближе туда, наверное, Америки. Но прикольно все равно. Очень качественные такие интересные колесики. Использовать почему бы и нет бы их. Очень интересно. Особенно вот такого плана. Прям реально классно выглядит. Прям четенько, особенно вот эти какие-нибудь интересные фары поставить. И без всяких проблем. Плюс у нас шины. Плюс у нас шины, которые у нас тоже идут. Хотя что-то тут нету. Ну вот этого плана имеется в виду, наверное. Скорее всего, да. Скорее всего, вот этого плана. Слушайте, ну по качеству соглашусь. Тут вопросов нету. Даже по дефолтному. Я скажу, что дефолтный немножко отстает. Реально отстает. Пожалуйста, на цвет и вкус, как говорится, все у нас есть. Вот такие даже есть, вот такие. Это уже, наверное, типа камазовская. Но такие мне нравятся, на самом деле, прикольно. Соответственно, вы можете, конечно, поставить на сзади. Ребят, может быть, это какой-то будет очень быстрый обзор, но я думаю, что очень интересный, на самом деле. В принципе, в целом, вы поймете, что существует очень-очень много интересных модов. Очень интересно. Поэтому только за, ребят, только за. Вот так вот, вот примерно вот так вот у нас будет выглядеть. Почему бы и нет? Ну, как-то, конечно, может быть, кажется по-детски. Да, может быть. Я тут не спорю. Хотя давайте мы поменяем, допустим. Допустим, мы поменяем эти... Вот так вот примерно. Ну, так, конечно, уже будет более поинтереснее выглядеть. Так уже более поинтереснее. То есть, на всех модах, именно на дефолтных, вы можете использовать это. На двойные, на 4, на 2, 6, на 4, либо 8, на 4 и так далее. То есть... Цвет и вкус, как говорится, все это можете использовать. Что касается насчет мотиков, ребят, это то, что вышло новенько. Насчет грузовиков мы ждем, ожидаем. Может быть, что-то поинтереснее еще выпустят. Однозначно выпущу 100%. Постараюсь и видосик какой-нибудь интересный запилить. Почему бы нет? Стараемся, ребятушки, все стараемся. Спасибо огромное за подписку. Вам просто человеческое спасибо. Вот такой... Небольшой видеоролик, небольшой такой обзор модов именно на вот этот мод на новые колеса, то есть на цвет и вкус кому. Если зайдет, то, пожалуйста, скачивайте. Все ссылки будут в описании. Всех люблю, увидимся на видосах и стримах. Пока-пока.